Граждане Украины приехали в столицу Татарстана из Ростовской области проходящим поездом, следовавшим из Адлера. Беженцы были размещены в 4 разных вагонах. На перроне их встретили сотрудники МЧС и журналисты. Не у всех прибывших было желание общаться с прессой. Извините, пожалуйста, да, я тоже, если можно. Все было хорошо, спасибо. Семья Сергиенко родом из Луганска. Говорят, приехали в Казань по собственному желанию. Здесь у главы семьи Василия Сергиенко обитает друг, с которым он не виделся 7 лет. Позже друг детства встретит его у входа на вокзал. Мы вас направили сейчас в гостиницу? Не знаю. Мы сами не знаем, нам никто не говорил. Все хорошо. На выходе у вокзала украинцев ожидали 3 автобуса и кареты скорой помощи. Помощь медиков оказалась как нельзя кстати. Беременная женщина почувствовала себя неважно, и было принято решение довести ее до пункта назначения на скорой. Вынужденные переселенцы прибыли в Казань в 14:45 по московскому времени. В сопровождении сотрудников МЧС их погрузили в автобусы и увезли в одну из гостиниц города. В спешном порядке спасатели решали вопрос, в какой из гостиниц будут размещены гости столицы – «Кварт» или «Стрела». Их осмотрят квалифицированные врачи, то есть они потом, значит, их возьмет на учет управление Федеральной миграционной службы по республике Татарстан и, соответственно, будет обеспечены все необходимые мероприятия. Это отдых, помывка, обед, ужин. В итоге более 60 переселенцев получили ключи от комнат гостиницы «Кварт». Первомайск, как такового города уже как бы и нет, руины одни остались. Если будет тут все хорошо, то я этот украинский паспорт, я его выкину, торжественно его сорву и принять нормальное гражданство. Скорее всего, большинство беженцев разъедутся по районам республики, где для них созданы рабочие места. Это Чистополь и Бугульма. Надеюсь найти работу, конечно. Это самое главное. Я работала фасовщицей 1,5 года. Думаю, стаж очень маленький, а там, не знаю, мне бы хотелось вернуться к этой профессии. Ильмир Гляхметова, Айгуль Замудинова, Владимир Ладышкин, телеканал «Эфир».